В Некрасовке готовится к открытию фитнес-клуб «Охана». Это сеть, которая успешно развивается в Московской области и в столице. Очередной спортивный объект станет пятым по счету и самым крупным за всю историю бренда. В будущем фитнес-клубе пока идет ремонт, но уже на этом этапе понятно, что он будет во многом отличаться от привычного облика подобных объектов. Масштаб можно оценить по площади и размерам здания, а безупречный стиль и дизайн по помещениям, где уже все готово. Это действительно тот фитнес-клуб, который в Москве очень сложно найти аналог. Мы единственные в своем роде. У меня 7000 квадратных метров, на 7000 располагается тренажерный зал, большой банный комплекс, зона бассейна, где у нас целых 3 бассейна, плюс большая гидро-аэро-джакузи. У меня 8 залов групповых программ. А еще ресторан, салон красоты, игровая зона и образовательные программы для детей. Такой объект сложно назвать просто фитнес-клубом. Это современный многофункциональный комплекс, который собрал все самое лучшее у своих предшественников. Мы создали свое имя с 2016 года. Посмотреть те клубы, которые открывались в 2016 году, и провести аналогию, каждый следующий клуб был намного масштабнее, намного больше и собирал все самые новые технологии. Здесь собрали все идеи, которые только хотели воплотить наши учредители, и вот здесь, в Некрасовке, это будет все воплощено. Здесь предусмотрены занятия и активности для людей разного возраста, от грудничкового до пожилого. Комфортные условия предусмотрели для тех, кто планирует посещать центр с детьми. Название комплекса «Охана», что в переводе с гавайского означает «семья», говорит само за себя. Рассматривают для себя, для супруга и для троих детишек. В предвкушении, потому что следим давно за стройкой, и достаточно быстро у них проводятся все работы. Мы даже удивляемся, все боялись брать карту, но сейчас вот будем оформляться. Новый фитнес-клуб распахнет свои двери 30 ноября, но стать его клиентом или частью тренерской команды можно уже сейчас. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.